с 27 декабря новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Город просыпается. В Печоре прошел первый фестиваль настольных игр. Бюджет принят. Итоги заседания Совета муниципального района. Первый юбилей. Ледовому дворцу 5 лет. Наш фотоотчет. Школа третьего возраста. На базе Центра социальной защиты работают с пожилыми людьми. Итоги фестиваля – таланты Печоры любимому городу. Гран-при художественной выставки у Виктории Пыстиной. Как всегда, в номере «Кроссворд», «Сканворд», «Гороскоп», программа телепередач на неделю, детская страничка. И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.